Ты только посмотри, сколько разных машин в песочнице. Это не простые машины, все они строительные. В какую машинку ты хочешь поиграть? Вот самосвал. Давай в него поиграем. Самосвал уже завел свой мотор. Скорей открывай дверь. Садись за руль. Быстренько проверяй кузов. Отлично! Все работает! Посмотри, как у самосвала светят фары. Погрузи мне в кузов этого плюшевого мишку, пожалуйста. Забирайся, мишка, устраивайся поудобней. Вот, на бочок. Молодец! Мишка косолапый по лесу идет шишки собирает, песенки поет. Выгружаем нашего мишку в эту большую коробку для игрушек. Бух! Поехали, самосвал! У нас с тобой много работы. Кто-то разбросал все игрушки. Мне уже не терпится увидеть новую игрушечку. Ой, смотри, утенок! Забирайся скорей в наш самосвал. Кря-кря, ой-ой, что-то я совсем не с головой. Поворачивайся, у тебя все получится. Вот так, какой же ты молодец. Ути-ути, уточка, вышла мама уточка поучить утят. Уточка, аккуратненько мы тебя выгружаем. Ну что, самосвал, поехали дальше? Смотри внимательно, все ли мы убрали по дороге. Кирпичи, песок и гравий нам на стройку он доставил. И ни капли не устал этот сильный самосвал, самосвал, самосвал. Ничего себе, вот эта пирамидка. Давай выйдем из машины и проверим, не велика ли эта игрушка для нашего кузова. Нет-нет, сильно большая. Хочешь посмотреть, как работает погрузчик-экскаватор? Посмотри, что есть у нашего погрузчика-экскаватора. Слышишь, работает мотор. Вот он, а это стрела. Видишь, у нее на конце как будто три пальчика. Ее пальчики очень сильные, хорошо и крепко захватывают груз. Какая она подвижная, может опускаться к самому полу и подниматься высоко вверх. Давай посмотрим. Как наша строительная машина справится с заданием? Будем доставать из коробки маленькие сюрпризы. Давай, экскаватор-погрузчик, ныряй своей стрелой. Нам так хочется посмотреть, что ты достанешь из ящика. Смотри, это же кубик. Какого цвета кубик? Правильно, кубик голубой. Можно из кубика в башню построить, можно гараж для машины устроить. Если из кубика в горку собрать, можно из шкафа варенье достать. Какой же сюрприз нас ждет теперь? Давай, экскаватор погрузчик, доставай наш самый интересный сюрприз. Посмотри, это же звездочка. А какого цвета звездочка? Правильно, звездочка красного цвета. Спряталась за облачко маленькая звездочка, задремала в небе слабым огоньком. Не спалось, наверное, озорницы днем. Достанем еще что-нибудь. Запускаем стрелу прямо в коробочку. Ну-ка, ну-ка. О, ты достал еще один кубик. Молодец, а какого же он цвета? Желтого цвета, правильно. Опускаем кубик на землю рядышком со звездочкой и голубым кубиком. Сколько сюрпризов достал наш экскаватор-погрузчик? Один, два, три. Три сюрпризика. Ой, я что-то очень устал. Это была веселая игра, но я уже хочу домой в песочницу. Хорошо, ты заслужил, чтобы отдохнуть. Выходи. Спасибо тебе, экскаватор-погрузчик. Хочешь поиграть с другой машинкой? Поиграем в другой погрузчик. Вот. Машинка уже завела мотор. Ловко поднимает и выдвигает стрелу вверх и вниз. Поехали, найдем тебе настоящую работу для погрузчика. Этот руженик-погрузчик, он работает как грузчик, поднимает высоко, что поднять так нелегко. Он на складе нужен очень, в своих действиях он точен. Без него теперь никак. Выглядит погрузчик так. Ох ты, какая интересная работа! кубики с буквами. Это английская буква Эй. Поднимай ее скорей. Эй, эй, не вертись, на погрузчик становись. Поехали скорей искать полочку для нашей буковки Эй. Эй, кажется, нашли. Поднимаем аккуратненько. Теперь наш погрузчик должен поставить букву Эй на место. Ура! До свидания, буковка Эй! Мне пора ехать на работу. Видите, какой у нас погрузчик трудолюбивый? О, тут нужно поднять стрелу повыше, чтобы достать английскую буковку Би. Вниз, очень аккуратненько. Теперь поехали искать для буковки Би полочку. А вот и она! Внимание, погрузчик! Нужно аккуратно поставить букву Би на ее место, там, где ее домик. Вот, кажется, все. Молодец, ты хороший работник. У тебя осталась последняя буква. Поспеши. Это английская буква Си. Она стоит на самой верхней полочке. Ничего, у меня очень длинная стрела. Вот, молодец! Теперь вниз. И еще раз вниз. Вот так. А теперь поехали искать твою полочку, буковка С. Нашли, нашли, вот же она. Отлично, буква Си, держись. Хочу, хочу домой. Вот ты уже дома. Все три кубика на месте. Ты справился со своей работой. Мы возвращаем тебя, погрузчик, обратно в песочницу. А знаешь, какая из этих машин называется грейдер? Вот, вот это. Грейдер, заводи свой мотор я уже готов. Можно садиться. Забирайся, малыш. Проверяем двигатель. А, отлично работает. Опускаем лезвие. Грейдер. Поехал. Смотри мячик. Мой веселый звонкий мяч, ты куда пустился в Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой. А вот и второй мячик. Толкаем. И третий. Ого, вот это скорость! Помедленнее, Грейдер. Я хочу быстро справиться со своей работой. Мячики на место. Вот так. А есть еще работа для такого красавца, как я? Да, да, есть. Есть еще два мячика. Посмотри, грейдер. Баскетбольный и футбольный. Нужно их тоже на место положить. Толкай, толкай их скорей. Бьют его, а он не злится, он поет и веселится, потому что без битья нет для мячика житья. Сейчас я привезу эти мячики на место. Давайте, давайте быстрей, я уже очень спешу. Вот так работа выполнена. Задний ход, Грейдер. Машина, ты сегодня прошла проверку и можешь ехать в песочницу, отдыхать. Ох, как я устал. Мой двигатель уже перегрелся совсем. Выходи, малыш. Хочешь поиграть с другой машинкой? Тогда помоги мне найти. Подъемный кран. Вот он. Отлично. Завели мотор. Ура! Смотри, двери кабины открылись. Подъемный кран сам предлагает тебе поиграть. Ты заметил, что у нашей машинки две кабины? Смотри, подъемный кран становится еще выше. Видишь, как работает стрела? Чтобы достать высоко, ей нужно быть очень длинной. Подъемный кран уже приготовился к работе. А интересно, какое задание ему подготовили? Давай посмотрим. Ух ты! Мартышка, это же голова огромного игрушечного слоненка. Вот и работа для нашей машинки. Ой, что-то не цепляется совсем. Попробую еще захватить. Вот, поймали груз. Поднимаем выше, затем еще выше. Отлично, можно ехать. Только не урони свой ценный груз, подъемный кран. Ты молодец! Вот куда нужно поставить голову. Осторожненько, аккуратненько. Поставили! Ура! Все готово! Отличная работа! Уберем специальные опоры. Раз, два. И можно ехать обратно на стоянку. С утра до вечера вдвоем мы будем строить новый дом. Ты не смотри по сторонам. Я строю и подъемный кран. Ну что, будем играть с другой машинкой? Это карьерный самосвал. Слышишь, заработал мотор. Поднимается кузов. Горит и крутится проблесковый маячок. Слышишь, заработал сигнал нашей машинки. Загорелись задние фонари. Может быть, попробуем загрузить в кузов игрушечную ракету? Сейчас упадет. Ой-ой-ой, какая огромная! Упадет! Вот так! Теперь поехали! Мы отвезем игрушку на место. Посмотри, какая большая ракета! Она даже в ящик для игрушек не помещается! Хвост торчит! Видишь, убрали игрушку, получили звездочку. Какое еще задание ждет нашу машинку? Теперь повезем на место мячик. Ракета была очень большая, но мячик еще больше. Видите, хоть мячик и большой, но я легко его везу, потому что я сильный карьерный самосвал. Кто еще так сможет, а? Ну вот, уже приехали. Двигайся, ракета, мячик тоже хочет в коробку. Давай, давай. Вот так. У нас получилось. Ура! Ты хорошая машина, карьерный самосвал. Можешь ехать обратно в песочницу. Ты заслужил на отдых. Поиграем еще. А давай сегодня поиграем в экскаватор. Сначала заведем его. А смотри! Как двигается ковш? Экскаватором очень сложно управлять. Нужно много тренироваться, чтобы ковш тебя слушался. Видишь, как он работает? Сегодня у нашей машины очень много дел. Ему нужно собрать все шарики, а помочь ему может только первоклассный шофер. Ты готов? Соберем шарики и положим их вот сюда. Первый попал. Ну-ка, экскаватор. Задний ход. Видишь, как сложно управлять экскаватором. Нужно очень медленно, плавно опускать и поднимать ковш и очень осторожно ехать, чтобы ничего не уронить. Давайте возьмем еще несколько шариков. Ну-ка, давай, поднимай. Вот, получилось. Еще два шарика. Едем очень аккуратно. Ни воронка и ни кратер. Яму вырыл экскаватор, не совочком ковырял, а ковшом ее копал. Дело для него простое, лишь бы не было простое. За песочницей гора, а в песочнице дыра. Выгружай. Ну-ка, посмотрим. Теперь их три в нашей синей формочке. Возьмем еще два шарика. Экскаватор чем хорош? У него огромный ковш. Он усталости не знает. Целый день себе копает. Вот и выгружаем. Добавляем два шарика к предыдущим трем. Получилось пять. И, наконец-то, последний шарик. Не уйдешь. Вот ты и попался. Непонятный зверь ползет, землю с грохотом везет. Он вытягивает шею, чтобы глубже рыть траншею. Добрались! Опускаем наш последний шарик. Ой, укатился. Нужно очень аккуратно. Вот так. Сколько теперь шариков в нашей синей формочке? Правильно, шесть. Экскаватор закончил работу и возвращается в песочницу. Теперь водитель может выйти из кабины и пойти отдыхать.